Азербайджанларла ирмянлер дослуг шарайтинде яшал. Было время, когда азербайджанцы и армяне жили в условиях дружбы. Не только в Ханкенди, но и в Карабахе, Баку, Гендже, Ереване, Гёйче, Зангизуре, Таралаезе, Басар-Кечаре. Я помню эти годы, и особенно после того, как к руководству советским Азербайджаном пришел Гейдар Алиев. Некоторые националистические силы, которые до того времени были в Карабахе, полностью отошли в сторону. С 69 по 82 год не произошло ни одного неприятного инцидента. Я был здесь вместе с отцом. Я помню эту атмосферу. Здесь были контакты, в подлинном смысле слова. В искренней атмосфере велась совместная работа. Сегодня мы подняли на Сарсангсим водохранилищем азербайджанский флаг. По инициативе Гейдара Алиева для развития региона сельского хозяйства в 1976 году были построены Сарсангское водохранилище и Сугушанское водохранилище. В то время были вложены огромные инвестиции, была проложена железная дорога из Агдама в Ханкенди. Здесь было создано высшее учебное заведение, и абсолютное большинство зданий, которые мы видим в Ханкенди, были построены именно в те годы.